шоу «Балабол» на рижском дерби. ФЦ Рига – команда, которая не существовала еще 5 лет назад. А теперь они играют на титул чемпиона Латвии и стремятся в групповую стадию Еврокубков. Меня зовут Иван, и я вам покажу, как побеждают в Латвии. Это случилось! Спасибо вам, дорогие друзья, за этот сезон! Мы прибыли на стадион Сконта, до рижского дерби остался 1 час. Рига, ФЦ, РФШ играют, разыгрывается чемпионство. Рига, ФЦ, достаточно не проиграть матч, и они поднимут кубок над своей головой. Ждем захватывающий поединок, много эмоций и, наверное, много голов. Футболисты ФЦ Риги вышли на поле на разминку. До матча осталось полчаса. Ждем интересной игры. У меня в руках футболка ФЦ Рига нынешнего сезона. Мы обязательно ее разыграем. Условия в конце эпизода. Матч начался, сейчас как раз первая пауза в матче. На 4-й минуте одному из игроков показывает помощь. Счет в матче открыт, РФШ забили гол с углового, 1-0 в их пользу. То есть теперь, чтобы выиграть титул здесь сегодня, Риге нужно забивать. Счет по-прежнему 1-0 в пользу РФШ, но их игрок Дарко Лимач, который, кстати, в прошлом сезоне еще играл за Ригу, получил вторую желтую карточку и вынужден покинуть поле. Команды ушли на перерыв, счет 1-0. В конце было очень горячо, у Риги было пару моментов, почти сравняли. Я думаю, во втором тайме будет очень большая заруба. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 пункты. Игроки выходят на поле, сейчас начнется второй тайм. Риге обязательно надо забить гол, чтобы сравнять счет и чтобы наконец-таки добыть этот титул. Что творится? РФШ промазал пенальти, ударил в перекладину. 1-0, все еще возможно. После первого события разворачиваются очень быстро. Сначала РФШ получили право на пробитие пенальти, пробили его в перекладину. И потом, буквально в следующей атаке, Рига сравнивает счет. Счет 1-1. И на данный момент Рига чемпион Латвии.
До конца матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 1-1. При таком раскладе Рига становится чемпионом. РФШ заработал еще одну красную. Они заканчивают матч девятером. Казалось, блин, ну опять. И потом не забивают. И следующая атака сравнивает счет. Это вообще я круто. Я не знаю. Это... Знаете, Ровчик озвался, он самый лучший по пенальти. Ему никто не может забить. Если это перекладина, это все равно Ровчик, потому что его боятся. Это приятно. Это круто. Круто. ФЦ Рига чемпион! На этом мы закончим наш офигенный выпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в конкурсах. До новых встреч! А теперь условия конкурса. За ФЦ Ригу пару лет назад играл один эстонский футболист. В комментариях под этим видео напишите имя этого футболиста и номер, под которым он играл. Среди всех, кто правильно ответит, мы разыграем вот эту футболку ФЦ Риги. Удачи!